вот такой маленький старичок. Ходит и ничего из себя внешне не представляющий. Старый-старый человек. Вот если кто духовно не видит, ну вот пройдет мимо и даже не заметит. Наш современник, вот буквально 2 года только у них. Та же плоть и кровь. Я говорю, такой маленький старичок. И такая великая благодать. Вот люди к живому шли, уже шли как к святому. Чрезвычайно. И это, поверьте мне, это не ажиотаж был. Это так оно и было. Такой маленький, тщедушный человек истижал такую великую благодать. В наше время, в то время, когда многие говорят, ну сейчас люди такие слабенькие, мы такие немощные, сейчас уже ничего невозможно. Все эти времена прошли, христианство, поводы, молитвы. Сейчас это ничего невозможно. И вдруг вот навстречу мы всего вот этому невозможно, выходит вот такой маленький старичок и нарушает все законы вот этого невозможного. Вот такой маленький, а ручка вот железная. Вот у него рука, знаете, я почему-то она мне ассоциировалась, когда я эту руку целовал. Вот она вся из сухожилий, как вот у птицы бывает, такая лапа из сухожилий. Потому что эта рука всю жизнь трудилась, чтобы приобрести. Вот то, что он приобрел, он с самой юности. На Афоне, возле старца Иосифа. В чем там видел? Какие радости видел? Он свое имя-то слышал всего несколько раз от своего Германа. А так или малой, или эй ты, принеси мне вот это, пошел туда. И даже вот еще феномен какой, смотрите. От старца несколько раз всего имя свое слышал. А так влюбился в него до самой смерти, не мог от этой любви отстать. Ничего не видел, кроме трудов. Но не может человек такие труды поднять, если он не имеет чего-то. Конечно, ничего не видел, это неправильно я сказал. Он видел очень великую благодать. Он ей жил. Семён Новый Богослов говорит в одном месте, святые очень отчетливо понимают, что они приобретают. И это не сносит немножко от гордости, потому что они еще очень хорошо понимают природу этой любви. Это не они сами по себе, это Бог вошел в них. Их смирение. И все. Вот выйдет и опять глиняный. Войдет и опять сосуд глиняный, наполненный благодатью. Так хорошо читать книжку «Моя жизнь со старцем Осифом». Так умилительно. Так трогательно. Попробуй. Попробуй. Какой там попробуй? Иногда взгляд недобрый не можно вынести. Не то, что слово оскорбление, даже чуть-чуть невнимание не можно вынести. Попробуй. Может, так твоя рука такая стала, как лапа орла. Вся в сухожилии. Рука должна стукнуть, крутиться. И сердце, чтобы стало смиренным, и вмещало в снег. Это сердце нужно так размять. Просто. Разнять через боль, через ненавидно, просто иногда до крика или массовых моментов, если Господи.
Боже мой, Боже мой, где же ты? Это же вот так бывает в духовной жизни. Ой. Так хорошо, что вот я все время говорю, вот до последнего дня существования Земли будут рождаться святые. Если церковь перестанет рожать, значит она мертвая. Да, может быть, вы их будет меньше, чрезвычайно меньше, но они будут до последнего рождаться. И средств для рождения их в церкви будет всегда достаточно. Как батюшка Серафим Саровский говорил, это не потому, что Бога стало мало, ревности в нас не стало. А Бога как было много, так и много и осталось. Его не может быть мало. Господи, Господи. Ой, я так счастлив, что я ощутил свое ничтожество с ужасной литургией рядом. Все мнения о себе сразу куда-то летучиться, их нет. Просто ты можешь тщеславиться рядом с кем-то, с таким же, как и ты, рядом с ним. Просто ты. Спасибо, что позволили мне стоять рядом с вами. И вот еще я все время говорю одно и то же. Святой, если он настоящий святой, не прельщенный какой-то чудик. А если настоящий святой, вот ты находишься рядом с ним, а он тебя не раздавливает своей благодатью. В нем столько любви и столько смирения, он вообще тебя не размазывает. Ты стоишь с ним и благоговеешь, что в то же время он тебе позволяет жить рядом с собой на равных. Царство Небесное, Царство Небесное. Столько людей на этой земле, в наше последнее время, столько людей он обнадежил, что Царство Небесное можно приобрести. И вот эти обнадеженные люди взяли из-за Бога и стали пахать. И чего-то напахали. Пусть одну картошку вырастет, но вырастет. А кто-то там просто сидит на меже и говорит, что уже ничего невозможно. И сам раскис и других еще искушает.